Перейняти досвід у чемпіонів. На базі спортивного комплексу Одеської юридичної академії пройшло масштабне тренування за участю українських зірок боксу і вихованців одеських боксерських клубів і спортивних шкіл. Захід був присвячений Міжнародному дню боксу. Привітав спортсменів зі святом лідер Української морської партії, почесний громадянин міста Одеси Одеської області Сергій Ківалов. Многие студенты, начиная с первого курса и заканчивая там шестым курсом, они занимаются боксом. Больше того, я вам хочу сказать, что молодые преподаватели у нас увлечены боксом. И деканы, и руководство университета занимаются и любят этот вид спорта. Я, знаете, рад, что построив вот такие спортивные сооружения, площадки, комплексы спортивные, мы сегодня привлекаем детей, юношей, именно к развитию спорта, особенно бокса. Все, что мы создали в нашем городе, мы сделали правильно в свое время. Все, что мы создали, оно сегодня используется ежедневно, ежечасно и с утра до позднего вечера. Я рад, что мы внесли свою лепту, в том числе и в развитие бокса в нашем городе. И Украинская морская партия будет всячески поддерживать все, что связано с развитием спорта и все, что связано с боксом. Вести тренування запросили справжню легенду українського боксу, капітана збірної України, єдиного в країні, хто володіє ліцензією на участь в Олімпійських іграх в Токіо, а також випускника Одеської юридичної академії Миколу Буценко. Спасибо за то, что как бы позвали, предложили мне провести тренировку. Мне очень приятно показать подрастающей молодежи, что мы умеем, может, что-то они нам покажут. Одесса действительно проводит сейчас много мероприятий. Это очень здорово. Здесь новый президент федерации, но влаживают в ребят, дают возможность заниматься спортом, не шляться на улице. И дай бог, чтобы Одесса показывала большие результаты, и ребята добивались олимпийских вершин. Заняття боксом повинні бути доступні для всіх, в тому числі і дітями соціально незахищених сімей, впевнені в Українській морській партії. Щоб надати можливість займатися спортом всім на базі аеро-академії за підтримки Сергія Ківалова, планується відкриття нового боксерського клубу «Академія боксу», де заняття будуть проводитися абсолютно безоплатно. Вдвойне приятно, что сегодня тренировку проводит капитан национальной сборной Украины по боксу Николай Буценко. И очень хочу подчеркнуть, что Николай является выпускником, краснодипломником Национального университета Одесской юридической академии. И на сегодня он единственный, кто завоевал путевку на Олимпиаду. И это одессит, то есть Одесская область уже 100% будет представлена на высочайшем мировом уровне. И это замечательно, когда такие проекты, они привлекают все больше и больше людей, когда сюда приходят и профессионалы, и люди, которые любят заниматься боксом, люди, которые занимаются боксом для себя и воспринимают это и как вид спорта, и как философию. И вы знаете, президент Федерации бокса Одесской области Халид Мусаев всячески поощряет проведение подобных мероприятий, подобные проекты и симбиоз вот этих замечательных проектов, симбиоз, знаете, сплоченной, замечательной команды Федерации бокса Одесской области воплотился в том, что именно в Одессе, именно на базе Национального университета Одесской юридической академии будет проходить самый престижный турнир по боксу. Это чемпионат Украины по боксу среди взрослых. Мы будем развивать спорт, развивать молодежь, а именно за молодежью будущее. И тогда в нашем государстве будут проводиться нормальные реформы, будут руководить здравомыслящие люди, которые закончили наш, в том числе, университет, занимались спортом, и будут они обеспечивать для нас нормальное, хорошее будущее. Своїм досвідом з юними боксерами ділилися майстри спорту міжнародного класу. Юнаки мали можливість поспілкуватися і повчитися у титулованих одеських боксерів, чемпіонів України та світу, членів збірної України Цотна Рагава та Валерія Харламова. Такие открытые тренировки проводить, на самом деле, это очень хорошо. Привлекать детей всех к спорту, вот, это, я думаю, правильно. В общем, ну, в Юрокадемии всегда проходит у нас тестовый турнир международный. Он традиционно здесь проходит, и его все любят, все приезжают всегда. Цикл відкритих тренувань на різних локаціях міста проходить за підтримки Федерації боксу Одеської області, Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету.
Ну, конечно же, мы не можем не сказать огромные слова благодарности нашему другу, нашему партнеру, почетному гражданину города Одесса Сергею Васильевичу Кивалову, который с радостью принимает нас в стенах этого прекрасного спорткомплекса. Он боксер, он сам знает, что такое занятие боксом, дышать воздухом и как это делается, как это проводится. Ему отдельное спасибо. Участь у змаганнях взяла майже сотня юнаків та дівчат різного віку з таких боксерських клубів, як «Григожим», «Пірання», «Вікінг», «12 унцій», «Брати», «Фанат», а також з ЮЗШ. Після розминки та самого тренування Федерація боксу Одеської області пригостила учасників заходу святковим тортом та вручила подарунки – спортивні аксесуари.